Вы думаете, Снегурочки милые? Куда лезешь, а? Я первая должна пройти. Я без тебя могу подарок. Ты клянешься? Подойди отсюда. Здравствуйте. Новый год стучится в дверь. Открывай ему скорее. Открывай ему скорее. Я вообще-то лучше прочитаю. Ну-ка, давай. Опа. Не забывай свои корни. Помни, есть вещи на порядке выше. Слышишь? Что тут у нас для тебя есть? Опа! Минуточку, а где айфон, который мы давали? Какой еще айфон? Ну а кто вы по гороскопу? Водолей. О, водолей, это очень здорово. У меня, знаете, такая совместимость. Да, некоторым Снегурочкам не чужды человеческие пороки. А все потому, что в них Дед Мороз превращает тех людей, которые много косячат по жизни. Хотите увидеть, как и от души посмеяться? Смотрите фильм «Снегурочка против всех» уже с 30 декабря.